Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Кстати, вот такой циферблатик доступен в описании видео в двух магазинах для Google Play и Wear Store для России. Сможете купить и поддержать канал. Также обладатель данного циферблата, ему открывается вход в приватный канал Telegram SV для спонсоров канала. Ну а мы не об этом, мы о шрифтах. Сегодня поговорим о шрифтах, и я предлагаю вашему вниманию скачать и установить шрифт. Один, к сожалению, пока не могу сделать, так скажем, приложение, чтобы были сразу все шрифты, могли установиться на наши часики. Но по одному их можно будет ставить в Wear Store. Там же инструкции, как пользоваться этим магазином, как пользоваться этим приложением, как там зарегистрироваться и как там покупать. Так, у нас что? Вот видите, вот такой вот шрифт будет у вас. Ну, именно вот об этом я говорю. А так их будет несколько шрифтов. Я их буду выкладывать по одному, чтобы каждый из вас смог пройти и именно скачать тот, который ему понравится. Будет еще у нас вот этот вот шрифт. Также, пожалуйста, вот посмотрите. Смотрите, красота какая. Ну, всем тем, кто хочет быть, иметь какую-то индивидуальность на часах, а не только встроенная, пожалуйста, все это будет доступно. Так что вот этот шрифт вы сможете скачать и установить. Если вы не знаете, как это сделать, тогда я вам показываю настроечки. Заходите дальше экран. Практически в самый низ спускаетесь. Здесь у нас вот выбор шрифтов. Здесь выбираете шрифт, выбрали шрифт, допустим, также вы его можете сделать жирным, либо наоборот нет, и увеличить размер, пожалуйста. Можно сделать его больше, если есть на то желание. Кнопочку назад и смотрим, вот такого размера он у нас будет. Жирность уберем, он чуть меньше станет. Но мне вот этот шрифтик, ну вот такого размера, думаю, вполне будет нормальный. Так что, если вы хотите, пожалуйста, проходите в описании видео, ссылочка на магазин. Вы были на канале SmartWatch.